Вроде бы пощуль стримчанский. Так, кстати, нужно это, захват мыши убрать. Вот так. Так, и чап вытащу сейчас. Вот так. Чего в Драгонбол? Не, я не играл, я Моргану свой аккаунт дал поиграться. Так, короче. Каков прогноз? Я наконец-то могу использовать эту руну гнева Белиара. И я наконец-то могу использовать это... А, нет, не могу еще. Мне еще нужно подучиться. Так, ну полетели в порт вроде бы нужно. Вообще, Кандрен на всякий случай забегу, а то вдруг опять заглючил. А, и кстати, это сейчас постик быстренько сделаю. Так. Мне вот это нужно. Постик делаем. И в гараж, естественно. А, так я в гараж уже сделал пост. Наоборот, вот сюда еще нужно сделать. Все, готово. Потому что на меня опять этот говнюк напал. Почему-то, я не знаю, нужно читомого как-то лечить, получается. Потому что, ну, это бред, это баг какой-то. Он тупо нападает на меня, агрессивный какой-то. А он еще плюс ко всему и бессмертный член. Поэтому, блин. И Белиар заговорил, бла-бла-бла. У меня теперь уже 153 маны аж целых. Ух, блин, ну я мощный дядька какой. Ну это лучше намного, чем у меня было ни хрена маны вообще, считай. Какого там 30 уровня? Нормуль. Пофармил таблички, я побегал, набрал, короче. Так, Андрюха, все в порядке? А, нормально все. Эй! А я уж боялся то, что опять мне будут говорить, что я на кого-то напал там. Хрум-хрум. Так. Что же делать сейчас? Привет, Морган. Как тебе Драгонобору? Нравится? Да и иди в жопу ты со своим Адоносом. Нравится. Ну там боевка простая, на самом деле, очень. Но все равно неплохо. Сейчас, секунду. Слюнки текут. Чего ты ждешь? Теперь, когда замок взят, что это не задержит? Так, задание. Повелитель драконов. Перекар ничего не знает, это не похоже, как Сардас бывал в ней. И прочел книгу, в ней упоминается секретную... Йо, блин, я карту забрал оттуда, кстати, блин. Карта сокровищ. Кстати, я ее читал вообще? Бляха-муха, я понял, в чем дело, чего я забыл сделать-то. Так, где там это? Монастырь. А, блин!
Блин, ты че в трусах уже бегаешь? Чувак в трусах уже бегает за мной. Это то, что с ума сошел. Он же в одежде был, что случилось? Блин, Готика багает вообще. Блин. Баготика. Ужас какой, блин. Чувак в труселях такой, опять ты, сейчас тебя трахну, ты говно жопа. Я, наверное, одну книжечку там просто не прочитал, и из-за этого я не могу эту квест продолжить этот. Возьми кого в голос, тебя взять, может быть? Может быть, мне, блядь, тебя взять? Я, блин, ты... Господи, напугал! Это мой демон вроде бы же даже был. Закон на острове, набери меня. Полностью тебя взять? Пулиная книга, вот. И карта, блин, сейчас так. Вот, так, карту читаем. Тут, вот где ты спрятался, я помню вроде. Так, и что в пыльной книжке у нас? Теперь я почти уверен, что здание, о котором идет речь, чертоги Эрдората. Они находятся на острове недалеко от гавани Хариниса. Интерес Белиара к этим шахтам вполне очевиден. А, значение этих знамений, возможно, ошибаться, когда избранный перейдет, ему понадобится вся помощь, которую мы сможем предоставить. Белиар уже очень силен. Мне удалось раздобыть несколько ценных артефактов, которые я сохраню здесь, на всякий случай. Я полагаю, что избранный будет. Поэтому я записал в этом альманахе инструкции для него. Теперь уверен, мы не можем противиться судьбе. Кто следует... Как только Белиар почувствует, что достаточно силен, он поднимется и попытается взять бразды правления миром в свои руки. Я должен найти избранного, иначе нам всем пиздец. Окей. Ща, Морган, тебя наберу. Надеюсь, тебе в этот раз интернет не будет тупить, как вчера. Алло. Алло. Здорово. Привет. Во-первых, не обещаю про то, что будет. Потому что это интернет Шрёдингера. То есть днем он не работал, а вот к вечеру, вот сейчас я твой стрим смотрю и спокойно с тобой в скайпе сижу, и все работает хорошо. Поэтому. Ну тут фу. Да. Тони, что ты имеешь в виду под дашь Борму поиграть и на стрим? Что? Дашь Борму поиграть. Я не понял. Я вот тоже не понимаю, что он несет. Тони. Образумся. Обуйся. Ты мне вчера не ответил про то, что про Такеду, Такеду. А чё? Ну вот смотри, в первом же эпизоде этого сериала Conquest, но... человек, который стал Скорпионом, звали Такеда. Такеда, да. Такеда. Сына Кенши, ученика Скорпиона из Mortal Kombat X, зовут... Такеда, да. Но блин, господи, ты даже не пытайся связь там какую-то провести. Они там намудрили немного с этим. Там же все происходит во времена Великого Кунлава, а там уже и Саб-Зира будет, и Скорпион я какого-то понимаю, хрена. Я такая маленькая отсылочка, которая значит абсолютно нафиг. Да, но, блин, создатели так не очень хорошо это, к первоисточнику это... Ну, с ним не очень хорошо знакомы были. Они хотели все косяки во втором сезоне исправить, но у них, короче, не хватило ни хрена. Ну да, это наш спор, кто главнее в сериалах. Ну, с сериалами мы договорились, что это... продюсер все-таки, ну, я его шоумейкером называю, потому что в Америке. А вот с фильмами все-таки я стою на своем, что именно в продукции кино главная личность это все-таки надо смотреть на режиссера. Потому что даже шестой круг магии выучил, круто, я все теперь всемогущ. Хороший режиссер может еще вытянуть даже с хреновым продюсером, ну или найти другого. А хороший продюсер, ну что он может сделать? Самое лучшее, что он может сделать, это выпнуть плохого режиссера пинком. Ну, может быть. Вот.
Мне выбор, короче, здесь. Это можно взять там одного из трех людей в капитана, я Торлофа возьму. Он всегда мне больше всех нравился. Он тем более и на войнах там участвовал. И Беннета я возьму в качестве кузнеца с собой. А там кто тебе предает, я забыл. На, предает один чувак в порту, который стоит. А, точно. Я не знаю, я его любил с собой взять, чтобы его убить. Я добрый. Добро. Так, ворота открыты и закрыты. Ой, я смотрю на экран, думаю, что тут не так, а я браузер закрыл со стримом. Да. Что-то тут явно не так. Так, ты можешь... Ты хотел добраться до острова, вот мои условия. 2500 монет. Ты чё, охренел? 2500? Блин. Стоит его брать? Ну, хрен с тобой, на твои деньги. Будь моим капитаном. Как это звучит странно. Будь моим капитаном. Блин, я ему отдал все золото, которое у меня было, кроме 73 сраных монет. Он охреневший вообще тип. Так, Беннет. Ну, знаешь, у тебя... Много мусора, ты можешь это все продать. Так, чё ещё? Ты можешь продать это все, ну, что у тебя есть. Под конец уже истории. Да. Так, все, этот будет моим кузнецом. Да что Беннет, он дядька вообще смышленый очень. Это он и это, блин, какого. И помог мне в свое время и амулет починить. Хороший дядька вообще. Так, нужно отправиться, кстати, опять в этот, блин, это в монастырь магов огня. Забыл там одного чувака, Мильтона, сказать, потому что я хочу, чтобы ты был моим магом. Будь моим магом. Да. Чтобы у тебя такие двусмысленные. Хотя я бы минут пять назад, до того, как ты это заметил, я бы не нашел ничего двусмысленного у них. Ну ладно. Dragon Ball, кстати, это тупо для фанатов, но... Это очень хорошее ублажение фанатов. Ну, да вполне себе, да. Могло быть, конечно, лучше, но... Да, сейчас забыл, тут Горн вроде бы же тусует, теперь он вернуться должен был, это из долины. Сына в Fallout'е зовут Шон. В новом? Так, наемник... Во, Горн! Я хочу тебя, Горн, к себе в команду. Мне нужны ты и твой топор. Так, добро пожаловать, встретимся в гавани. Так, окей, теперь летим в этот в порт. И там еще Ларса можно с собой взять и Диего. В смысле, это не... Что это за отсылка к Кейджу, напомню. Дэвиду Кейдж Шон звали так сына Итана Марса. А, точно. Одного из. Точно. Джейсон и Ишон у него были вот сыновья. Я сначала неправильно почитал, я подумал Кейджи, который актер. А, там написано же Дэвиду. Ну, неправильно почитал. Ну, блин, я неправильно почитал. Паладины все еще тут стоят, блин, ну чего они же тут, блин? Так, Диего. Ну, Тони, ты играешь уже в Fallout, Тони? Ща, такой говорит, подожди, ща, короче, свои вещи соберу, уходит и сейчас свою одежду призрака наденет. Причем очень быстро оденет. Да, блин, он так... Всё. Ну ему же нужно спрятаться, переодеться. Встретимся у корабля, говорит, окей. Так, Хаген, ты сваливать собираешься или нет? А почему бы было просто не сказать, встретимся у корабля, я пойду переоденусь, ушел бы переодеваться спокойно. Не, он должен был выйти, показать, типа, я готов совсем, там, это все дела. Я готов? Да. Так, сейчас я даже телепортацию. У меня теперь маны до хренища, можно хоть жопой жевать от ее. Так вот, Ларс. Мне нужна твоя помощь. Что именно? Мне нужны деньги. Так, не то.
Ты не хочешь... А, вот, не хочешь ли покинуть остров? Все. Да че он мелочится? Всех бы на корабль взял, вообще всех жителей. Хренис. Поплыли потом. Да. Тут вроде, по идее, какой-то чувак должен был быть в порту, это если мне память не изменяет. И он хоть бы начал с тобой говорить, типа, ей, возьми меня, чувак, я тебе пригожусь, там, та-та-та. Что-то его пока не вижу. Он бы потом тебя предал, да? Ну да, конечно. Так, блин, сейчас вспоминаю, кого я взял. Диего, Ларс, Горн, Лестера стоит брать или нет? Я не помню, вообще это еще живой Лестер, блин. Ну, он живой, естественно, имею в виду это, ну, к Сардосу сейчас я телепортируюсь. Он там тусует, я помню. Тони Монтана, я хочу сорванец, если честно. Что, что ты хочешь? Сорванца? Не спрашивай меня, в смысле? Что ты хочешь, я не могу объяснить. Все, Ларс со мной полетит. За Торлофа дали больше всего это, блин, опыта, косарь целый. Ну, ты за него как бы и заплатил. Ну да. Так. Сейчас посмотрим. А, сорванец, все, понял, это... Да, я что-то... Да я всегда, в последнее время, что вообще твой... игрушка, все, я понял. Я на Вите играл точно. Тировые. Ну, блин, я больше английское название знаю, чем нашу локализацию. Так, ну, команд... Вроде бы я собрал всю команду, которая мне нужна. Так. Мильтон, Ларс, Горн, Диего... Лестер, Кузнец, есть Капитан, есть Торлов. Ну, Капитан Торлов это и есть, да. Блин, ну вроде бы все, я подготовил. Вроде мне больше никто и не нужен-то с собой. Или сколько... А, Ватрас, кстати, со мной не поплывет. Надо пойти проверить его. Может быть, он скажет, что я опыт, останусь здесь, типа буду проповедовать там и так далее. Вроде бы Ватрас можно с собой взять, нет? Я вот не помню, честно. Ну, поэтому я иду проверить. Ну, потому что Ватрас, он самый такой, это, добрый. Он на индуса похож, кстати, больше, чем на черного. Кстати, есть такое. Но у него лицо такой формы какой-то. Нос такой более, это, крючком, так скажем, это орлиный, вот. Так. Меня занятия сегодня пораньше отпустили, потому что там собирались они смотреть «Окно во двор» Хичкока, я уже его смотрел. Во, отлично, он со мной идет. Говорю, я не знаю, вернусь ли я, бла-бла-бла. Отлично. Так, а где он? Блин, текущие задания выполнены. Почему-то глюк какой-то, короче, это у меня показывает в выполненных заданиях, наоборот, это то, что у меня сейчас вот это. Как это ни странно, Ватрас, так, Ватрас, Диего, Горн, Мильтон, Лестер, Горн, Диего, Беннет. Ну и от Орлофа я уже... А где Торлов? Ладно, хрен с тобой. Все равно вроде бы в третьей части будут считаться только наша великая четверка. Почему? Там все будут же, там и Ли даже, да, каким-то все. Раком появится там. А, кстати, точно, это, точно. А может быть это вот, попробуй сейчас это еще за Ли сбегать, это может быть он захочет сам это тоже свалить. Чем больше воинов, тем лучше. Ну, может, крутой, да, фильм, точно, особенно как в конце. А, ну да, фильм классный этот. Окно заднего двора или как оно там, забыл. Окно во двор, кажется, вообще называется. Да. Так. Хичкок, что там? Не захватить корабль паладинов. Я думаешь, я бы здесь сидел, если бы знал. Нужно проделать бой. Так. Так, ну, Торлов.
кого мне взять в команду? Это должно решать ты сам, кузнец там говорит, да, нужен. Ты пойдешь со мной на корабль? Ты шутишь, конечно. Пакуй свои вещи. О, левела получил даже. Я так долго ждал этого. А. Так. Просто мне бесило, как в начале третьей части, во-первых, ты таким бомжом выходишь с корабля практически. Угу. А, и еще твой корабль угоняют сразу. Ну да, пираты типа. Как... Лестер просрал корабль. Вот ты припарковался в черном районе. Ну, примерно так оно и было, мы же рядом с орками припарковались все-таки. Так, пойду посплю на всех случаях, просто мана все-таки это у меня истощается уже постепенно. Сколько я не летал. Раньше, блин, мне нужно было после 4 поездок, 5 там это уже спать ложиться. Так, а волк со мной, Вульф, не может поплыть, кстати, Вольф? Я это брат. Мне сказала, ты можешь? Конечно. Сколько ты хусабул у тебя? Этот, короче, мог бы мне это сделать броню из краулеров, ну нафиг ее. Так, а ты не хочешь справиться со мной на путешествии? Да, конечно, так вы. И чего мы ждем? Добро пожаловать на борт. Можешь считать, что уже там. Так, а паладина мне никакого брать нельзя, думаю, или можно-то, не помню. Сижу, хаваю мороженое. О, морожку! Морозилла! Да. Морган мне даже в PSN не ответил. А когда ты мне там писал, дай-ка я с телефончика посмотрю, что ты там мне пишал. Зазнался я. Ну, может, я тебя не видел, может быть, потому что я с Борманова этого сидел. Могу им морожку захавать. Dragon Ball гонял. То есть, если морожку ты скачиваешь понарошку этот Dragon Ball, он тебе не появляется в списке игр на твоем аккаунте на PS4. Появляется, да? Но он с замочком. То есть, а, ты не можешь его включать, потому что он привязан к моему аккаунту. Если бы диск, да, был, если... был бы без проблем. Если, то есть... Угу, да. Ну, понятно. Немножко странная система теперь. Да не, ну они просекли эту фишку, просто то, что многие так передавали друг другу игры на халяву. Так, Андре, ты не хочешь со мной, ну, отправиться? Да. Вот. Так, я пришел получить награду за преступника, но у меня нету ничего для тебя там. Ладно. Так, сейчас я еще в монастырь сгоняю, короче. Монастыры. Нет, кто не может идти Драгонболь. Ну, так мы и не драгонболили, ты один играл. Да блин, да ты достал за мной бегать, чувак, в трусах, блин. Я вот реально не понимаю, это баг какой-то произошел, то что чувак, он раньше в одежде был. Ну да, он прям одетый всегда был. Да, а теперь он вообще без серпа, без всего и бегает за мной. Может быть, он разбился, упал, его компьютер перерегенил, но... А где он мог разбиться, упасть-то? Он всегда в этой локации находится. За тобой бежал куда-нибудь, провалился сквозь текстуры, не знаю. Ну, блин, короче, это... Мы еще встретимся, такой, да? Окей, я в библиотеку пошел, отстань от меня. Чувак такой в крови драконов, это армии орков, это такой чувак в трусах. Мы с тобой еще встретимся, мой заклятый враг. Да, да, да. На PS3 его можно на своем, а на PS4, я так понимаю, оба ака нужны. Ну да. Так, Надь, я ржавый двуручный. Ну смотри, я дал знакомому свой ак от PlayStation 4, и он может так на своем он играть, один, потому что я ему временно, ну, пока не знаю. Так он на один, как в смысле, от PS4, он один и тот же, это везде. Нет, я имею в виду, я привязал свой ак к его консоли, поэтому он может даже со своего аккаунта играть в мои игры. А, то, что на его консоли мой ак главный. Угу, понятно. Так, вот. Защита, кольцо тебе продам. Кольцо предводителя орков. Я вот не помню, оно зачем-то нужно вроде будет.
Так, черную руду я тебе продать не могу. Ладно, придется отдавать тебе старые свои посохи все эти там. Потому что у него есть руна армия тьмы. Я ее хочу купить. Создание рун ты мне можешь научить? Армия тьмы 20 опыта, а у меня сколько? Небось 15, как назло. Ну, конечно. Мать вашу. Ну, ладно, блин. Ну, мы вроде бы можно будет плавать отсюда. Фу, не отсюда, а туда-сюда, короче, это... Либо Ватрас или Мильтон, может быть, научит этому, я фиг знает. Точно не помню. Так, ну ладно, полетели в порт. Вроде бы я всех собрал, кого нужно. Я бы Ксардоса взял, но его тут нет. Он свалил, он сволочь. Он соучу был всегда, скажем так. Ну, не совсем. Ну, он такой, типа, один из тех умных мужиков, который сидит в башне, читает книжки и нифига не делает. Ну, в третьей части он достаточно такой. Но он там много натворил всего. Но за кадром, естественно, опять же. Ну, собственно, там почти все персонажи что-то за кадром делают. Ну да. Фарим, ты тут что? Пока герой не смотрит. Так, неприятности с ополчением у тебя. Привет, Дантес. Привет. 1.5. Так, может быть, я смогу тебе помочь. Хотя вряд ли было. Я посмотрю. Так, пропал твой приятель Вильям. Блин, ну это старый квест вообще в самом начале, это я как-то забыл про него. Чек. Пропускаем все это. Где именно находится? Понятно. Молчать старайся. Молодец. Ну а чё, иначе это, я слушаю же это, а потом ты обижаешься, то что я тебя не слышал там. Кстати, я вот на том островке не помню, что-то есть или нет вот. Сейчас сохранюсь, и это... Чисто это, слетать туда хочу Марвином по-быстренькому, короче. Чисто посмотреть. Да ладно тебе, обижаюсь-то. Мне, чтобы я обиделся, это надо постараться. Ой, так, чуть не свалил. Не, ну ты там начинаешь, типа, ты меня не слушаешь. Блин, это все наигран, ну что ты. Так, вроде бы тут ни хрена все-таки нет на этом. Ай, все, сервис. Ну-ка. Так, о, не, я... Да блин, ну вот бесит, когда он застревает на этих. Блин. Это Марвином лечится. Ой, блин, тут это все-таки мутанты какие-то гуляют. Так, ну-ка, святая стрела, на тебе. Нет? Блин, промазал. Ну-ка, авто, если. А святая стрела их вообще не дамажит. Ладно, тогда я вас вручную сейчас завалю. Да блин, повернись ты, дурной, что ли? Знаешь, я так смотрю и... Когда-то я проходил без Марвина, вот смотрю сейчас, как ты играешь, и думаю, как я его вообще проходил, это без Марвина... А, ну, это обычная второготика, она в разы легче, на самом деле. Там баланс совсем другой, это там и магии воды никакой нет уже. Ну, не считая льда и молний там каких-нибудь. Ну да. Так, этого завалил, там еще один остался, этот ящер. Иди сюда. Хуящер. Полегче, полегче, полегче. Имей право, мой стрим, что хочу, то и делаю. Так, ну и что у нас тут это хотя бы есть интересного? Сокровищ тут вроде бы никаких нету, чисто ящеры, что ли, эти? Хуектор, спектр хуектор, то что, что ли, блин, господи. Спектр. Угу. Ну, бонд новый же, это Спектр называется. Да, не Америки, хуже Форсаж. Чего?
Я просто прочитал там, как о нем отзываются. Нелестно. Так он еще не вышел, как о нем отзываться могут? Критики уже его посмотрели, видимо, на предпоказе. Господи, блин. Опять там что-то, блин, полотенца двигаешь какие-то, что ли? Нет, это я компьютер двигаю. Ага. Что с моим микрофоном? Ну так это... Слушай, ну погоди, стоп, стоп. Это у тебя микрофон в ноутбуке же? Да. Ну, тогда чему ты удивляешься, если он это, блин... Раньше такого не было. Не, ну слушай, когда ты двигаешь микрофон, нет. Когда двигаешь ноутбук, микрофон же это весь звук твоего ноутбука передавать начинает. Ну окей. А когда я дышу? Ну, когда дышишь, ну тогда тоже это вот это сопение, как бы. Ну не сопение, это звук с вот этой. Сейчас я, блин, Марвином прилечу сюда, потому что плыть далеко до сюда. Че тебе бородавочник с сопением? Да я не знаю. Лодка чья-то. Ой, тут что такое? Створчатый моллюск. Вроде бы в них это можно находить, это спиральный моллюск. Жемчужины, мне всегда казалось, в них же можно находить. Рыбу. Фига, я тут забыл про эту местность тоже, блин, уже. Золотишко немного возьму. Вроде бы просто, когда я это в чертоге Ирдората приплыву, можно всегда попросить, типа, поплыли обратно. Это мне там нужно кое-что в Хариннисе. С Торлофом, если поговорить. Потому что, ну, если я там это заполучу свои 20 опыта, а что точно случится, там же орки и так далее, то тогда я точно это, блин, себе руну с армией тьмы создам. Чтобы они бегали и всех нагибали. Я надеюсь, что это... А, у меня руна страха же есть. Отлично, блин. Это я хочу показать там просто это одну вещицу. Нет, не баг, это просто выглядит дико угарно, когда ты на дракона последнего это используешь, эту руну, он так скукоживается и бегать начинает. Уже никакой этот фильм, если честно, булка. Ну, а ты его смотрел, чтобы это говорить. Бляха, муха, я разбился. Пофиг, Марвин, то короче. Я такое не читаю. Какое такое? Ну, на постере сверху. Спойлер, типа. На. Господи, Джеймс Бонд, чтобы не трахнул главную там, бабу с постера, это вообще... Это не кстати, Джеймс а сколько Бонд. Дэниелу Крейгу уже лет-то, кстати? Он же старенький дядька такой уже. Вроде он молодой в душе. Не, ну я имею в виду, сколько ему лет, мне интересно, потому что он для своего возраста это в отличной форме. Ты ж херовый. Ну ладно, булка, короче. Ты массам следуешь просто, я так понимаю. Не смотрел и уже осуждаешь. Да, это... Это бред. Это вот как Звездные войны уже говорят, они провалились, потому что там хрень. Типа, это потому что трейлер хрень, все. Человек-муравей также поносили, а для меня это вот на втором месте вот по всей этой марке. Человек-муравей где поносили? Везде поносили, особенно у нас в Рунете. Да ты гонишь что ли его, наоборот, здесь в Америке все любят. Любят, теперь любят, а до того, как он вышел. А, ну это про это, господи, ну ты уточняй. Да. Ладно. Конечно, когда его посмотрели, его все любят. Это же хороший фильм. Так, ну окей, все, я вижу, охраны здесь уже никакой нету. Я посмотрю, дома люблю смотреть, но я когда как. Так, мы отправляемся к острову. Слушай, Бука, во-первых, даже если он слабый, как будто плохих фильмов о Джеймсе Бонде не было никогда. Да их тонны. Чуть-чуть еще раз. Как будто плохих фильмов не было о Джеймсе Бонде. Блин, никогда. Есть отвратительный фильм с Джеймсом Бондом «На службе краю величества» называется. Там этот Лэзенби, или как его это зовут, актера, который там играет. Он реально пиздец отвратительный, говнюк вообще-то. Он не Бонд, ни хрена, он проститутка какая-то. И он это отвратительно сыграл его вообще. Фильм говно там, это сюжет дерьмо. Вообще отвратительный фильм. Скучный, занудный, блять.
Мунвокер, Мунвейкер, это Рекер. А, Мунрекер, Мунрекер, вот называется этот. Который это вот. Я его не смотрел еще, это с этим. Про Луну, причем два фильма есть, и оба с одним сюжетом, то есть с помощью бриллиантов делают спутник, чтобы атаковать Землю. Я вот это вот Мунрекер, или как он там, блин, кажется, так называется. Это еще не смотрел, короче, это, но там это-то как его, господи. Один из таких самых дольше всех Бонда играл, короче, чувак, это, блин, Роджер Мур, во. Он такой, это самый плейбойный был, это, так скажем, Бонд. Внешне это он такой прям самый слащавенький такой был. Это, ну, не слащавенький, но он такой самый. На Шафар Рамзи он, что ли, похож, я не знаю даже. Слушай, Булка, ты, вот почему ты так говоришь, даже не посмотрев его? Вот, ну, потому скажи. Что вот он дурачок. Или то, точно как, так же, как и телефоне будешь говорить, а таких больше не делают. А в моем время было хорошо. Так, и что мы теперь делаем там? Или мне нужно в каюту свою лечь спать, типа, чтобы это мы поплыли? У нас были фишки и проститутки. О, эликсир силы нашел. А, блин, во, я вспомнил, что я в этом, это хорошо вспомнил сейчас, это в монастырь еще полетим обратно, потому что это, я забыл зелье одно забрать у чувака этого, он из яиц дракона же делал там зелье. Оно плюс 15 силы, кажется, будет давать, если мне память не изменяет. А я хочу свой бонус заполучить. Попробуй. Мы еще встретимся, ка-ка-ка-ка. Так, не раз, да, вот. Ты пришел получить загадочное зелье. Да, я только что закончил его. Знаешь, я даже представляю себе, как твой герой закатывает каждый раз глаза, пролетая над ним. Да вообще, так. Мы еще встретимся. Опять зелье, этот сумасшедший. Ну-ка, сила плюс 3. Ну, блин, мне говорили плюс 15, плюс 3 дало. Ну, пофиг, у меня сколько? 54 силы, нормально. А, блин, трусили это, ну, короче, больной. Так, в порт. Иди нафиг. Хопа, так, ну я, короче, это, извиняюсь, но я Марвином пролечу туда, опять же. Потому что, ну, это тупо долго идти, иначе там все дела. Не то, что долго, но нудно это. Мы тебя не простим. Да, насрать мне на вас. Кстати, это ща, ну-ка. Во, блин, я так обожал всегда смотреть вот наверх. Корабля этого там, это же, флаги развиваются. Булка, ну смотри, а в каком смысле он плохой? Я его, например, не смотрел. Он плохой, прям как вообще плохой говнище, хуже, чем все другие фильмы. Или он на уровне средненьких, или он нормальный, вот. Чем он плох, он не может сказать. Слушай, ты зря пытаешься спросить у него что-то, он же даже не может тебе сказать, чем он плох. А, ну да. Если человек не может понять, почему фильм плохой, это и дать ему критику какую-то, то, естественно, там нет смысла, просто он плохой. Почему? Потому что! Потому что не пытайся даже тут что-то получить. Так, ну-ка, что-то. Три отмычки нашел в рыбке. Кстати, слишком много клоктаверов в моей жизни, потому что я что-то до того, как пойти к тебе на стрим, включаю YouTube и вижу, у меня в рекомендованных клоктавер на YouTube кто-то залил от этого... От Дживарио обзор Clock Tower. Дживарио? Да. Ну, надо будет посмотреть, кстати. Это я смотрел только один обзор на Clock Tower, это Джон Трон делал. Он плох, потому что он мне не нравится. Ну, а чем он не нравится? Актерская игра, постановка, сюжет это и так далее, и так далее. Много есть факторов, которые можно объяснить. Есть отдельные фильмы, которые реально говно, потому что, ну, вот просто там все плохо, и все. Но там можно все равно перечислить все вот это. О, вот, зашел к себе в каюту. Мультик! Я показываю мультик! Мы отправляемся в Ирдорад! В рот его! Я просто ляпнул, ну окей. Не, ну он, наверное, передразнил Булку. Ну я так думаю, ну капа же в конце, господи, естественно. Что такое капа?
Капа, смайлик вот этот. Почему Капа? Потому что человека так зовут. Почему его зовут как японского водяного? Я не знаю, спроси у него, господи. Который любит огурцы, и у него есть лысина, у него есть клюв. Ну ты у него спроси. Хорошо, Капа, почему тебя так зовут? Ты ему напиши, его тут нету. Я небес у небес спрашиваю. Блин, это где это было? А! Сейчас это Джон Трон делал обзор на какую-то игру тоже, там это... О, глава 6 чердоки Ирдората. Так, сохранюсь. Там, здесь самые быстрые, кстати, загрузки, это в чертогах Ирдората самая мелкая локация в игре просто, потому что... Вот это, и короче, это там это... Какая-то библейская игра была, или типа того это, и он там это смотрит такой на небеса, господи, ответь мне, куда ты это... Куда... Where are you going with that shit? Типа это, к чему ты пытаешься прийти с этим дерьмом там? Просто прекрасно. А, вспомнил он про это, про Ноя в ковчег, да? Про животных. Кажется, да. А, точно, да-да-да, Zoo Race вот это было. Я сначала вспоминал, что за Джон Трон, потом вспомнил, такой полноватый, дерганый. Точно. Ну, он, кстати, неплох. У него стиль, правда, такой заезженный. Не, мне нравится Джон Трон, он как раз наоборот это лучше остальных мне нравится, потому что он ни хрена не серьезно к своим этим вещам относится. Мне безумно понравился его обзор на, как же он называется, Мияги, испытание Мияги. Я не знаю, не смотрел. Где он в конце еще письмо писал ему на японском. А, господи, да, это там пиздец какая-то. С домашним насилием где-то. Да, да. Ты приходишь домой и бьешь жену. Да. Потом бьешь детей, Нинтендо. Да. Блин, меня сейчас завалят эти орки сраные. Нет, не завалят, я побегу, и моя команда с ними разберется, надеюсь. Ребята, помогайте, блин. На Титаник у него еще отличный обзор. А, да, у него два. Китайский. У него два обзора на Титаник, кстати. Он недавно одно. Выпустил нам мульти... О, слушай, я опыт с них получаю все равно, если они их убивают здесь. Они типа в пати моей. Так можно их таскать сюда просто будет и все. Прекрасно. У него это на мультфильм, который Критик в свое время еще обозревал, это он сделал обзор еще. Не видел. Мне понравилась отсылка к нему. Они же оба сняли обзор на Food Fight. Ну да, еще Фейлос сделал охренительный обзор еще на Food Fight по мне. Еще не смотрел, надо посмотреть. Смотрел. Он из двух частей состоит. Вот, и мне понравилось, что во время прошлой Хэллоуина или этого, там, Джон Трон его ножом... Во время прошлой Хэллоуина заставка у Критика была, где Джон Трон его ножом убивает. Да, говорит, за то, что, блин, Фудфайт обозрел, сука. Что с фотками с пати? С какой пати? Тони, я не хочу показывать этот костюм, все, потом, может быть, как-нибудь. А чё у тебя за костюм там был? Номер 16. А, это точно. А. Так, вылечи меня. Понимаешь, это под конец вечера, точнее, уже под утро, я очень сильно вспотел, у меня краска начала проливаться, когда у меня кровь эта красная по лицу начала течь. Это жесть. Ну, я еще на заднице сломал пластинку. Это у меня там как-то отскоблилось вместе с куском треников. Поэтому все печально, не хочу это вспоминать. А, так, у меня вылечил, кстати, но ману-то не восстановил, поэтому нужно идти щипать. Маны много, но заклинание мое очень много жрет все равно. Вот это финальное, которое... Но оно зато орка убивает с двух выстрелов, которых и раньше приходилось там просто это, блин, так долго пидорасить. Кстати, о пидорасах я тут... Вчера это мне реквест накидали, это и я... Сидел, рисовал, короче, 4 целых картинки с педиками нарисовал, где они так мило совокупляются. Но я не буду читать, в чат их кидать, потому что это, блин, там же порево. Что? Окей, ладно. Так, а варга это не дамажит, ледяной блок, маленькая огненная буря, где-то у меня еще это гнев Беллера хочу попробовать. А, маны не хватает. Сейчас у меня в голове промелькнула эта сценка из покемонов. Интересно, зачем такие картинки? Просто хочется.
и все. Борма применяет гомосекс. Суперэффективно, знаешь, это когда суперэффективно, это удар. Ну да, но я же это сам эту шутку делал, господи. Ну я в своем своем обзоре на кровавый спорт делал. Точно, блин, точно, ты же знаешь. Мне уж все вы перепутались уже, видеомейкеры, в голове. Как можно перепутать-то вы? Ну, не знаю. У каждого свой стиль, своя подача, свои ролики, свои обзоры. Я в шутку сказал, успокойся. Не критикуй, пожалуйста. Но когда просто в шутку говорится, обычно с интонацией какой-нибудь там говорят это. Блин, ты привык у американцев, что у них все время делают рожицу какой-нибудь это. Да нет, ты не привык, что они... Я говорю про интонацию, господи. Интонацию. А когда я шучу, я пытаюсь сделать это... Так, как будто если бы я правда это говорил, вот почему. Окей, скажешь. Поэтому, когда я пытаюсь кого-то напугать, например, это получается. Когда, ну, шутка такая немножко с хоррором связана. Мне это получается, потому что я предельно серьезно отыгрываю этот момент. Вот и все. Сейчас буду их потихоньку тащить сюда, короче. Да-да-да, бегите за мной, бегите, бегите. Даже приостанавливаться буду ради вас, ребята, чтобы вас потом моя команда изнасиловала. Ай, блин, задела нерв, заразка такая. Ребята, принес вам новую партию, вперед, пиздить их. Я вам покушать принес? Да. Вот там один застрял, блин. Самый серьезный, на самом деле. Этот. Элитный же. Ты куда? Сука, я свалился. Не выдержал он такой, не, ну я там смотрю, на моих убили, я лучше поплявать пойду. Там ничего нет. Ты мне скажи, когда будешь с драконом драться, я хочу это лицезреть. Так тут два дракона еще. Ну, не красного, а скелет. Ну, то есть... Ага, все, молодец, эти еще уши надерут, а? Давай, репорт. Скрипи, скрипи-ду и скуби-ду. Блин, обидно то, что Тия спит сегодня. Она больше всех это любит смотреть, это стримы готики, наверное. Ну, ты же их на YouTube выложишь. Ну да, я вот это вторую запись наконец-то это поставил загружаться, там 6 часов или 7 часов записи. Они все там мега длинные какие-то. Мне еще придется это склеивать некоторые это, потому что в один день я стримил там это. Короче, я подстримливал, вот на разных каналах еще бегал уже. Тони Монтана, давай в ВК фотку. Ты кому сейчас? Картинку Борму, которую нарисовал, или фотку меня? Да, и тем более, куда тебе кидать ВКонтакте фотку, блин? Ты же мне свой ВК не давал никогда. Ты же у нас неизвестный. Таинственный. Человек-загадка. Вот. Ридлер. Слушай, а где на Кивергейме искать, ну, твои предыдущие стримы? На Твиче их можно только найти, к сожалению. Почему-то Кибер не записал их. А, ну на Твиче твоем есть, да? Ну, есть. А, ну все, ну, и на гараже, естественно, там это есть. Просто они кусками повсюду разбросаны. Мне еще, понимаешь, в хронологическом порядке их сидеть, это собирать еще надо будет. Понятно. Так, орк-шаман. Булка на такой. Тебе. Ой! Так, чё за фигня? Хорошо сохранился. У меня готика свернулась как-то. Так, это нифига не весело. Я даже мышкой подвинуть не могу сейчас. Альтабайс, но... Ошибка вылетела. Игра не хочет тебе проигрывать. Игра не хочет проходиться без... Я так полагаю. Но если что-то, тогда это, естественно. Так. Сейчас, секунду. Короче, я сейчас убью процесс, и тогда посмотрим. Может быть, если это не пойдет, то тогда у меня есть еще одна игра, которую я могу постримить, потому что я сейчас не хочу сидеть, разбираться с готикой, понимаешь, надеюсь. Да, понимаю. CDEFG.
Булка говорит, что он знает это ВК Тони Монтаны, но Тони Монтаны хрен напишешь, он скрытый. Да, ну и ладно. Так вот, процесс готики прекратился. Сейчас запущу ее снова. Блин, это будет, конечно, и обидно, и в то же время немного даже это... Хорошо, потому что, ну... Я такой замечательный зритель, бла-бла-бла. А почему она замечательный зритель? Ну, потому что да. Она девушка? Да нет, просто она забавный чувак такой. А почему твоя девушка твои стримы не смотрит? Она редко смотрит, ей не очень стримы интересуют. Понятно. Так, ну вот, сейчас как-то не вылетело. Но меня еще варги могут загрызть, зараза. Нет, блин, ну, вот что ты так дыхаешь, что, блин, мощно. Ты как будто реально меня еще в прошлое засосешь, блин. Я не хочу тебя засосать. В прошлое. В прошлое тебя заберет. Да, засосет вот. Леша, выключать микрофон каждый раз, когда я вздыхаю. Ну ты хотя бы не да, отворачивайся от него, что ли? Потому что реально ты так мощно вдыхаешь, просто как будто ты сейчас, не знаю, там начнешь рэп читать без перерыва минуту подряд там или типа того. Ну, не знаю. Как мне нравится, вот как они толпой на этих варгов налетают. Ну слушай, если ты так хочешь для Ти оставить, ну может правда тогда. Ну, ща посмотрим. Я посплю. Ну, сейчас смотрю, работает нормально. Ну, все равно, может быть, правда, включить другую игру, вот, чтоб тебе посмотрел, и чтоб я посмотрел, значит, не завтра, а три дня. А может, я завтра буду стримить, откуда ты знаешь, что... Слушай, не надо. У меня сейчас два дня выходных будет. А у меня это в среду выходной. Ну, в среду, четверг. Ну, посмотрим. Четверг у меня не выходной, но вот в среду можно будет. Вот, а тут вообще наглец, беглец. Вообще, что давай. Она говорит, Борн, ты дурак, твои стримеры, друзья, тебе еще идиот. О, господи, так. Ну, это-то да, но... Так прямо Борн, говорить. Ты мне будешь Прости. Писать в ВК. Да, я буду тебе писать в ВК полностью, Тони. Так. Ну, я сохранюсь тогда. Сейчас, тогда я стрим прерву пока что. Это, ну, на... Просто прерву и включу обратно. Чтобы Давай. Запись была легче, не резать все дела.